Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, с вами Лео. Я, как обычно, с вами. Камера, конечно, так, он записывает. У тебя не телефон, а планшет чисто. Вот. Ребят, сегодня это продолжение идет по поводу тусовки. Хочу сказать, что я пока что продолжаю играть в играх на стриме только ферму симулятор 17-ю. Конечно, она хоть не это, не лицензионная, она пиратская версия. Всем уже, наверное, уже в курсе. Ребят, хочу ребятам сказать одну вещь. Я, конечно, все равно продолжаю делать те, которые ситуации. Насчет второй сезон по поводу GTA 5 онлайн, выживание в суровом мире 2, выйдет где-то, наверное, в мае. Где-то в середине месяца, ну, то есть в середине числа месяца, в смысле, ближе к лету. Я пока что я не могу продолжить GTA 5, потому что я еще делаю другие. Скоро будет там спортивная игра, там будет некоторая. Тоже рыбалка одна будет, где то, что связано со мной, в смысле. Вот. Единственное в том, что другие игры, к сожалению, когда я все закончу, я только буду исторические истории, как всегда, делать, и игру, особенно GTA 5. Пока будет 10 сезонов, но, к сожалению, потому что я хотел сделать 100 серий, каждого сезона, к сожалению, не получится, потому что я целый день-то один, чисто играя в одиночестве, голосовой связи у меня нет никого, поэтому они будут меньше, они будут где-то по 30 серий каждого сезона, все, в принципе. Поэтому поснимать живой записи по GTA 5 не получится, потому что NVIDIA, то самое видеокарта, она записывает, но в современе она делит на мне несколько частей. Если начинаю дальше, там, запись, если такое, где-то примерно по 20 или 30 минут только он делает видеоролик. Даже еще меньше. Поэтому я делаю стрим, теперь уже, как обычно, по-старому. И еще, я, конечно, добавил донат, потому что мне это нужно для не просто поддержки, а для конкурса создавать, для выигрыша призов, но мне нужно накопить хотя бы 15 тысяч, поэтому я и стримлю с помощью доната, потому что там ссылка есть под видео, каждой игры будет видно, только по некоторых, в смысле, играх, не на всех. Если кому-то не жалко, там силу можно положить, скинуть мне по этой ссылке, там под видео от 20 до 500, не больше. Если кому не жалко, поддержать мою канал и репутацию. Но, конечно, не репутация, а для создавания конкурса. Потому что я планирую. Группа по поводу конкурса пока что его нету, но она будет скоро, потому что я его создам. Только тогда деньги накупятся. Просто сейчас все равно я, конечно, на сайте зарабатываю. Вот как раз я зарабатываю, но только долго. Потому что мне нужно просто от вас поддержка и все, больше ничего не надо. Остальное, если я наберу хотя бы как минимум 15, но если я наберу больше 15, то тем более лучше. То конкурс будет у меня выходить где-то в летом только, где-то в августе, один месяц, и осенью тоже, где-то может быть в середине месяца и так далее. Ну, если в этом году, я имею в виду, хочу сказать, если я смогу набрать 15 или там больше 15 тысяч рублей, то конкурс, естественно, будет такая. Она не такая уж и сложная, там будет очень просто. Нужно участвовать в игре, особенно в разных играх, то, что мы играем, в смысле. Победители получают по-разному призов, только всего из трех местах, как типа на первое, второе место и третье.
На третье место человек побеждает, а тогда если он занимает победитель, особенно, да, он получает только 10 тысяч выигрыш за третье место. За второе место человек получает 12 тысяч и плюс и одну игру выигрывает. На первое место человек получает выигрыш одну игру и 20 тысяч там выигрыша будет. Но выигрыш сейчас пока у нас не получится, потому что нам нужно много. И выиграть сумму можно только на киви кошелька. Мы только скидываем только на киви, потому что мы передаем без комиссии, без процента выигрыша для победителей. Вот. И поэтому я стараюсь создать ее, но пока что его не будет, потому что мне нужны сперва деньги. Вот тогда деньги накупятся, тогда и мы создадим. Со мной будет присутствовать только мой брат Максим. И я буду в своем собственном группе, который в ВКонтакте, и обязательно ссылка по ней будет обязательно под видео. Только не в этом, а на следующем. Только тогда уже будет все, тогда будет. И там и будет описание правил игры, и участие в правилах, и так далее, подобное. Но сами себе увидите, сейчас я не буду объяснять, какие там будут правила, потому что только там прочитать можно. Вот. Значит, пока что еще у нас уже почти заканчивается апрель, идет уже ближе к май, в мае месяце. Да, уже скоро вообще почти меня часто уже не будет. Я все равно пока доделаю все то, что есть, конечно. Мне остается только накопить деньги, отложить их на микрофон, на майны. Не тот, то, что сейчас я стримлю, да, а который слышно все в помещении. Но все равно буду. Поэтому, если кому-то интересно, присоединяйтесь, участвуйте. Но пока что не стоит, потому что только нужна поддержка и все. Поддержка канала. Она так и называется. Ну, не группа ВКонтакте, а самом такая в донате. Вот. И единственное, что группа, она, естественно, я назову, но не сейчас, а тогда будет все, тогда и расскажу, как она будет называться. Ну, конкурс это одно слово будет, но она будет там в начале слова конкурс, а после нее будет там еще дополнительное название. Но все увидите. Так что, пожалуйста, если кому-то не жалко, поддержите. Мы будем только рады. Потому что в часть моей команды только будет участвовать только мой брат Максим и я. Остальные коллеги, к сожалению, участвовать не смогут, потому что у них своя, у меня своя. Поэтому они часть моей команды. Нет, они могут только участвовать в игру. Но часть команды они не могут стать уже. Потому что это наша личная группа. Братьевская группа будет. Ну так можно так сказать. Конкурс братьевские группы. Может быть и так. А может и нет. Не знаю. Ну, короче, спасибо. И ждите конкурсы в этом году или ближе к следующему. Ну, просто, сами понимаете, чтобы было конкурсы, для этого нужно только, видишь, деньги. Потому что без денег конкурсы не создается и даже не появляется. У каждого кому-то как, а у кому-то так. Вот так вот. Всем спасибо, всем пока.